Всем привет, друзья! Сегодня из осколков разбитой керосиновой лампы я буду плавить кулон. Аккуратно, чтобы не порезаться, я помыла осколки. Наплавлять мы будем осколки на вот такой стеклянный дрот. Он другого коэффициента расширения, но ничего страшного. Мы все равно потом от него отделим заготовку. Я вчера уже делала нечто похожее. Мне очень понравилась вот эта фактура с пузырьками. И еще мне нравится идея повторной переработки стекла. Поэтому сейчас буду делать что-то похожее, но, естественно, покрасивее. Я заношу осколок в огонь, аккуратно, чтобы не порезаться. И начинаю формировать вот здесь самое начало. Очень повезло, что это стекло не растрескивается. Ну, как бы логично, потому что оно использовалось для керосиновой лампы и должно было выдерживать хорошую температуру. Вот так потихонечку накладываю слои. Дальше дело пойдет немножко побыстрее. Когда стало горячо держать, я беру осколок пинцетом и продолжаю наращивать слои. Дальше делаем поинтереснее. Я прикрепляю сюда осколок и начинаю его плавить. Смотрите, как классно оплавляются края и становятся совершенно неострыми. И вот стекло уже мягкое, пластичное. Если где-то показался какой-то мусор, то я могу его отщипнуть. Теперь из вот этой непонятной массы мы выравниваем ровную каплю стекла. Теперь придаю форму прессом. Внутри образовываются пузырьки, но это даже красиво. Едем дальше. Еще один осколок. Смотрите, как он прикольно гнется в разные стороны. Стекло стало абсолютно мягкое. И снова сплавляем. Равняю в огне и придаю форму. Будем отсоединять от стеклянного дрота и заплавлять край. Я немножко приминаю края, чтобы по форме и по фактуре кулон был похож на натуральный камень. В
Все, теперь отправляю остывать в одеяло. Достаю из одеяла. Вот такие прикольные кусочки льда получились. И кладу их на обжиг в печь. Итак, обжиг показал, что не все бусины выжили. Вот это у нас треснуло. Все-таки она была где-то. Температурный шок произошел. А вот эти уже выжили после обжига. И они теперь вечно будут прочные. И из вот этих двух я сделаю кулоны. Сейчас я намечаю, где будет отверстие, и потом меняю сверло и просверливаю. Отверстия готовы, вот они видны. Заготовки сделаны. Осталось их приклеить. Перед проклейкой я придала напильникам некоторого рода состаренность. Подклеила двухкомпонентным эпоксидным клеем и оставила высыхать на ракушке, потому что так она фиксирует вертикальное положение. Можно также использовать песок. Итак, кулоны готовы, и мне кажется, получилось очень хорошо. Если вы тоже хотите освоить ремесло лэмфорг, то у меня есть очень подробный онлайн-курс. Все ссылки будут под видео. Приходите.